Привет, 3 июня. Хочу показать, как мы потихонечку расширяемся. Нам уже тесновато стало. Тут считай, что уже 500 сомов примерно. В общем, где-то от 600 до килограмма. Соответственно, им очень тесно. Сейчас, видите, мы делаем площадку. Отсекать, чтобы на это зимой, чтобы отсекать холод от земли. И сбоку полностью все выравниваем, выровняли песочком, застелили пенопластом. В будущем мы потом стену до конца пенопластом утеплим. Вот на данный момент видите, что у нас получилось, какая красота. Три бака есть, четвертый бак сейчас мы сюда просто чистую воду подкачиваем. Он тоже пойдет на рыбу и будет полностью одна ветка в УЗВ к барабану. Вот тут планируется один большой круглый бассейн. Сюда уже больше килограмма будем сомов пускать, но на доращивание и на продажу уже. Вот тут планируем либо второй круглый бассейн большой, либо тоже 2 или 3 куба. Мы как один бассейн поставим, уже будет видно, что у нас получается, и соответственно туда дальше будем уже, исходя из этого бассейна, будем дальше решать, что делать. Так, все чистенько, все хорошо, все здорово. Ну, мы довольны. Сомиков показать, их сейчас не видно, они ушли на дно, кормушка пока еще не сработала. Сейчас как кормушка включится, они все наверх всплывут. Ну, вроде бы пока все. В этом видео именно хотел я вам показать. Потому что сейчас мы все застелим, это не будет видно. То есть вы уже увидите бассейны, там сомы будут плавать, но вы не будете знать, что мы сделали внизу, как отсекли холод. Потому что тут голая земля, мы от земли холод отсекли. Сейчас это без разницы, а зимой нам это скажется на отоплении, на подогреве воды. Вот, как-то так. Ну, заодно покажу вам, что у нас во второй половине теплички. Огурчики уже подрастают. Поливаем мы, я периодически беру воду как раз из биофильтра и подливаю с удобрениями, вода получается. Помидорки уже все зацветают. Видно, какие стебли мощные. Так как я не успел сделать высокие грядки, пытался, но времени было очень мало. Получилось, что пока в этом году у нас все будет расти в мешках. Огурцы, помидоры, второй ряд помидор будет, баклажаны, ой, болгарский перец и баклажаны. Все в мешках. Вот. Ну, очень сумбурное видео получилось, прошу прощения, просто сейчас быстрее нам это надо сделать, ставить бассейн. Я из-за этого решил вам коротенькое видео снять. Вот смотрите, какие огурчики. Так, все, всем пока, ставьте лайки. Следующее видео я вам уже постараюсь снять с бассейном, и может быть в бассейне уже будут у нас плавать лидеры, которых мы будем пускать на продажу. Да, если по продаже, по покупке сама, обращайтесь. Уже ваши сомики тут все подрастают. Ждем покупателей. Все, всем пока.